Доброе утро, Полтава! Сегодня 18 января 2017 года. Сразу же хочу поздравить свою старшую дочку с днем рождения. Алена, здоровья тебе! Сергей Станиславович, доброе утро. Утро! Что хорошего, что плохого за последние сутки? Ну что, из хорошего у нас не было никаких чрезвычайных происшествий. О, сутки, это уже хорошо. В принципе, прошли спокойно. Значит, по коммунальным службам. У нас вчера было отключение котельни на улице Спортивная 1А. Котельня отключалась буквально на час по причине отсутствия электроэнергии. И у нас на утро есть два дома, которые у нас без газа. Это Духова 3, 5 квартир без газа. И на Римановская 2 стоят по квартире 18. Тоже отключено газ. Сегодня будем выяснять по Полтавазе, какая там ситуация. Но был зафиксирован в этот раз. По погоде на сегодня обещают нам минимальную температуру минус 8 градусов днем без осадков. В принципе, все спокойно, радует водоканал. Сейчас на данный момент уже подтянули они большинство своих заявок. То есть, в принципе, со вчерашнего дня они нам оставляют по проведению работ на контроле две заявочки. И, в принципе, шумно оперативно работают. В ближайшее время температура будет подниматься, вы не видели? Ну, я пытаюсь ориентироваться, прогноз погоды на эти. Я почему спрашиваю, ливневки по городу чистятся? Уже работаем над этими вопросами. В принципе, те моменты, которые у нас в низинах, мы уже проходим, потому что это район Левады, район там, где у нас иногда бывает, что возможно подтопление. Район, где стоит вода, это такие, как герои Сталинграда, Великотерновская, Никитченко, там уже мы сейчас... Мы пытаемся отрыть наши ливневки от снега, то есть уже работаем над этим. Что с сосульками происходит по городу? Вчера работал опять две вышки на ЖЭКе, большой объем за вчера выполнили, тоже работали в центральной части города. Почему в центральной? То есть у нас в ЖЭКе есть 5 участков, и вчера две вышки пошли на участки, которые работают в центре города. То есть мы пытаемся чередовать, объем работы очень большой, вчера проезжали, даже на тех домах, на которых уже сбивали сосульки, надо сбивать их уже давно. Сегодня сосульки? Работаем, сейчас мы будем уточнять информацию по наявной технике и по адресам, на которые будут сбивать. Работы идут, сосульки сбиваем, ливневки чистим. Всем здоровья, удачи!